що це в нашій студії трохи тхне. А, це таранька, рибка. І не проста, до речі, ну, хоча й не золота. Ти не повіриш, це емблема, ось це емблема освіти в місті Бердянську. І саме от через власне неї люди вийшли на місцевий майдан. Від якої хвороби наш загартований Артем Шолковий лікував освітян? Абзац у Бердянську. В нашем городе Чернигове удалось бандерлогам захватить власть, то это неправда. Помните Людмилу Скоробогатько? Да-да, ту самую черниговскую директрису, которая местных жителей бандерлогами называла. За сепаратистские замашки ей устроили душевное приветствие перцовым баллончиком прямо на входе в школу. Вы наказали, что только бандерлоги, так? Я законный, мы это разрешите мне на рабочее место. Подождите. Только меня обрызгали из газового баллончика. Местные активисты так и добились своего. Директорствовать в школе гражданке Скоробогатько народ не позволил. Как бы она этому не сопротивлялась. Я сильна жінка. Мы еще с вами будем працювати, обов'язково. В итоге в считанные дни она накатала заявление типа по собственному желанию. Сейчас за свои антиукраинские словечки Людмила Ивановна отдувается уже перед СБУ. Против экс-регионалки возбудили дело за действия, цитирую, направленные на свержение конституционного строя и захват государственной власти. Так вот, если вину красноречивой любительницы бандерлогов да кажут, ей светит срок до 5 лет. Так, це було мною сказано, але це було зовсім в іншій ситуації, зовсім і давно. А это Наталія Криворучка, ефектная брюнетка. Любит пиво, вяленую рыбку, партию регионов, а еще, говорят, влюблена в Кобзона, Ленина, Януковича-младшего и не стесняется закинуть крепкое словцо в сторону власти. Я оценю кушлепок. А, да, самое важное, она тоже имеет отношение к педагогической деятельности. Именно ее назначили новым начальником управления образования в Бердянске. Никого не напоминает? Ее смелые фотосессии сделаны в лучших традициях кадровых назначенцев ЛНР. Точь-в-точь, как у Ирины Филатовой, министра культуры луганских сепаратистов. Общественность, ясное дело, это шокировало. Человек, который всячески поддерживает политическую силу сбежавшего президента, который не скрывает этого ни в соцсетях, нигде, этот человек может научить доброму, вечному и умному. Личная жизнь у нас у всех есть, но никто не выкладывает это в соцсети. Если мозгов не хватает, зачем их выставлять? Ну, для внуков. Но они должны быть для своей старости, что смотреть, какая была красивая. И хватает вот наглости человеку говорить, я сама себя снимала. Что за недуг такой косит наших педагогов? И как его назвать? Синдром Скоробогатько или синдром Филатовой? А у вас есть что-нибудь от синдрома Скоробогатько? Ну, болезнь такая, синдром Скоробогатько. Конкретно что-то принимали? Ну, это... Выписывает врач вообще-то. Синдром Скоробогатько – это когда поддерживаешь партию регионов и всегда хочется власти. И делаешь необдуманные поступки, а потом, собственно, все это отрицаешь. Такого нету? Нет такого. Еду в Бердянск. Разбираться и лечить от антиукраинского заболевания. А здесь шоу под названием «Бердянский майдан» с самого утра в разгаре. Погодка мерзкая, но бердянцы народ стойкий. Не могут проглотить новое мэрское назначение. Назначает на должность начальника отдела образования человека, у которого нет 5-летнего образования педагога. Нет 5-летнего стажа работы на руководящей должности. Мне это задают вопрос. И антиукраинцы. Для того, чтобы воспитывать наших детей, наверное, еще надо любить Украину в наше время. Чему она научит наших детей, кричит толпа в адрес новой начальницы отдела образования Натальи Криворучко. Как думаете, что в этот момент происходит в мэрии? Там тоже не сидят сложа руки. В защиту своей сотрудницы отправляют вот этого, аж одного мужчину. Я пришел в защиту того, что оскорбляет женщину и личность. А как профессионал мы посмотрим чуть-чуть позже. Кто это? 50-я блокада. Это что, получается, сторонники ваши не пришли? Нет, сторонники-то пришли, просто у нас дальше страсти в лучших традициях бразильской мыльной оперы. К разъяренной публике является виновница торжества. Говорит, да, пиво пила, а что, день рождения был? И конституцию в руках держит, как бы намекая, это не запрещено. Каждый учитель теперь в городе Бердянске
заведующий садика, каждый воспитатель должен ходить и бояться. Бояться отмечать день рождения, бояться отмечать памятные даты, бояться, бояться отмечать юбилеи. Ты бы убрала Фейсбуке хотя бы со страницы свои, свои, свои фотографии. Вас лишить надо, гражданство Украины. Народ в кураж вошел. Вон уже и эмблему нового отдела образования придумали. С оттенками местного колорита, так сказать. Данный образ может стать символом образования города Бердянска, но мы надеемся, что этого не будет. Через месяц городской голова Алексей Бакай должен определиться. Либо он оставляет это в силе, и мы начинаем чистить рыбу, которая будет гнить с головы. Либо этого не будет, и нам просто не придется его пить, и оно просто нам... Не надо. Ну подумаешь, сфоткалась с флагом, с таранькой в зубах, пару смешных политических картинок запостила. Но это же ее личное мнение, да? Кто его во времена настоящей демократии может запретить? Говорит мне Наталья уже за пределами эпицентра скандала. Я люблю Украину, я люблю. С Януковичем. Объясните, подожди, пожалуйста, речь, а как вы называли нашего премьер-министра? Яценюка. Это моя позиция, да. А как вы называли нашего премьер-министра? Я скачала демотиватор, на котором было написано, да, что я оценю кушлепок. Должны все любить премьер-министра. У нас демократия. То есть, если я его не люблю, я должна его не любить. Хорошо, стоп. Любить власть, гражданочка, вы, может, и не обязаны. Но раз к власти рветесь и не дворником, а в мэрию пошли работать, как минимум должны фильтровать, как и о ком выражаться. Но это еще не все. Следующий перл меня вообще убил. На следующий день я выложила фотографии Ангелы Меркель с бокалом пива. Она была на Октоберфесте, она пила там пиво. Так за это она ее потом судили. Потом-то был разговор. И все, и понимаете, в Европе это никак не нормально. Чиновник может быть, милая. Я считаю, оцените, пожалуйста, по профессиональной деятельности. Фотографию там, где в украинских костюмах, почему-то ВКонтакте, он не скачал и не выложил. Почему так? Меня клеветали на всю Украину. Про меня говорят, у нее нет педстажа, у меня его более 7 лет. Про меня говорят о том, что у меня нет образования. У меня красный диплом специалиста, красный диплом магистра, я кандидат наук, у меня более 60 научных трудов. Раз образование есть, то и диплом должен быть. Покажете? Не вопрос, говорит Наталья и ведет меня в мэрию. Ой, только здесь еще один конфуз происходит. Пустите. Да мы покажем, я покажу документы. Вынести сюда. Хорошо, Пришлось встретиться уже на следующий день, когда страсти под стенами горсовета поутихли. Поднимаюсь и думаю, у госпожи Криворучка, наверное, не кабинет, а храм Ленина, Януковича, Кобзона. У нас нет на стенах фотографии Сталина, Ленина. Не висит флаг Советского Союза, не звучат из динамиков песни Кобзона. То есть мы работаем, обычная нормальная обстановка. Так что, наш пациент здоров или искусно скрывает симптомы синдрома Скоробогатька? Ага, вот и дипломы. Показывает, оказывается, тут не только вышка, а и ученая степень. Менеджмент квалификации. Плюс один. Диплом специалиста звездзнакою, то же самое учебное заведение, менеджмент организации и здобула квалификацию менеджер-экономист. Диплом магистра с отличием, который дает право заниматься выкладательской деятельностью. Тот же институт, диплом кандидата наук, пожалуйста, Министерство освіти и науки. Молоді та спорту України. Не Російської Федерації, ви видите там. Но митинг же не по этому поводу собирали. Не отсутствие образования возмутило народ, а фото. Да-да, вот эти, что с портретами и на кроватях. Но Наталья твердо стоит на своем. Работать буду, ну а фотки – это такое. Задача наладить работу отдела образования, устранить некоторые сложные моменты, которые возникли в этой работе. Даю заключение. Больна ли госпожа Криворучка синдромом Скоробогатька? Больна, но у нее не открытая форма заболевания, а вялотекущая. Вроде бы никого ни к чему антиукраинскому и не призывает, но и фотографии под бело-голубым знаменем не стыдится. А народ нынешний не проведешь. Он знает, откуда ватой пахнет. Так что, дорогие депутаты, уважаемые чиновники и все, кто решил себя попробовать в это нелегкое время на политическом поприще, совет: включайте мозг, думайте, что говорите и что делаете.
Помните, даже рядовому учителю позировать с морскими деликатесами, пивом на кроватях в гостиничных номерах не стоит. Не рекомендую называть жителей своего города или страны бандерами, бандерлогами. А действующую власть называть ушлепками и вывешивать это все в соцсетях. Откажитесь от фотосессии с флагами партий, политическими, культурными деятелями, чьи достижения вызывают большие сомнения. Иначе от синдрома Скоробогатька будут лечить вас. Обращаюсь ко всей Украине. Если в вашем городе замечены вспышки, симптомно напоминающие вышеописанные заболевания, не тяните. Собирайте митинги, сообщайте программе «Абзац». Я помогу вам разобраться с этим недугом и вылечить даже самого безнадежного пациента.